Всем привет! Вы на канале Drops Easy, и сегодня рассмотрим довольно такой интересный проект, как QuinitX. QuinitX — это мультисетевой агрегатор, который поддерживает более 3000 токенов и 50 монет. Уже сейчас можно перейти на сайт и создать свой кошелек. Это мы сделаем потом, в следующей части обзора. Сегодня посмотрим просто, чем они занимаются. QuinitX — это мощь мультивалютного счета, гибкая генерация новых групп и адресов любой монеты для входящих и исходящих платежей. Данной компании доступно две версии. Это как на настольный компьютер. И также в скором времени появится мобильная версия, как на iOS, так и на Android. Настольная версия пока доступна только на операционной системе Windows. Уже каждый может скачать, проверить, протестировать, ознакомиться с данным продуктом, посмотреть, как он работает. QuinitX вдохновляется своей верой в то, что финансовые услуги не должны зависеть от политических изменений и консервативных экономических моделей. Вместо этого они должны быть самоуправляемыми и доступными для всех. Миссия данной компании – создать свободный обмен между людьми и дать им право принимать собственные финансовые решения и использовать свои активы круглосуточно в любой точке мира. На сайте опубликовано видео, где наглядно показывают, как это работает, вся эта система. Данный кошелек поддерживает такие блокчейны, как Polkadot, Avalanche, Aurora, Optimism, Binance Smart Chain, Solana, Polygon, NIR, Ethereum, Cella, EOS, Tron, Phantom, Tezos, Arbitrum, Fusion, Gnosis, Terra и многие другие самые популярные и необходимые в криптографическом мире блокчейны. Все это в одном месте на данном кошельке. Также можно производить обмены. Это мультицепная биржа. Можно менять свои активы, получать доступ ко всем блокчейнам в одном месте, не переключаясь между разными платформами. ACI охватывает более 80 децентрализованных и 40 централизованных сетей. Фиатные и биржевые партнеры данной компании являются такие довольно известные партнеры, как Fox Exchange, SimpleSwap, SimpleX, и MoonPay и многие другие. Со всем списком вы можете ознакомиться на самом сайте. И также данная компания уже говорят в таких пресс-релизах, как Yahoo Finance, MarketWatch, Binziga и CryptoNews. На сайте опубликованы все токены, которые поддерживаются данным кошельком. Переходите, ознакомьтесь. Это небольшой обзор, как это все работает. И только после всего этого делайте свои выводы. На этом мы обзор закончим. Подписывайтесь на мой канал, на мой телеграм-канал. Все ссылки я оставлю в описании под видео. Всем спасибо за внимание. Всем пока.